Чикина 19-80, третий детский сад. Ремонтные работы здесь идут полным ходом. В этом году уделено основное внимание благоустройству территории. Полностью будут заменены веранды, игровые площадки. Кстати, строители пообещали восстановить и крыльцо учреждения. Детский сад в данный момент закрыт. Дети распределены по другим детским садам. Надеемся, что в августе мы уже откроемся. Работу ремонтной бригады проверили и родители. Решением управления образования сформирована комиссия, куда вошли инициативные мамы и папы городского округа. Всего 16 человек. Они планируют охватить все объекты и дать свою оценку качеству выполненного ремонта. Мы все посмотрели, увидели, как идут работы, пообщались и с администрацией садика, и со строителями. На самом деле, мы надеемся, что все действительно успеют, потому что действительно, как я сказала, объем большой, очень много работ. В принципе, у нас в составе нашей родительской комиссии есть люди, которые профессионально занимаются строительством и, в общем, достаточно серьезно понимают во всех технологических процессах и подтвердили, что действительно все как бы делается качественно, хорошо. На площадке профессионалы. Андрей Макаров разбирается в строительстве. Его не проведешь. Я считаю, что половина работ, конечно, выполнена. Нужно посмотреть, что будет дальше. Потому что, в принципе, отмостку у сада делают, чтобы воду отвести, чтобы здание не садилось. И обещали здесь поправить крыльцо, которая, в общем, тоже немножко так раненая покосилась. Вот. В принципе, считаю, что работы ведутся нормально, активно. На площадке строители присутствуют. В общем, я считаю, что пока они, наверное, укладываются в график, потому что до сентября еще время есть. В этом году на ремонт общеобразовательных учреждений выделено свыше 300 миллионов рублей. Управление образования, комиссия родителей в ежедневном режиме мониторят ход и качество работ. 1 сентября детские сады и школы должны быть готовы к приему детей. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».